Всем привет-привет, ребята! Мы на канале Мультмикс, и сегодня мы поиграем в новую часть Red Ball 4. А у нас новое приключение, вот у нас Шарик опять подружка, и куда-то она тут свалилась в какую-то яму. Шарик плачет, но он бросается в эту яму, ему нужно спасти свою подружку. Ого, какие-то тут опасные знаки, указатели, что тут есть опасные квадраты. О, вот так тебе. Ну, пока все легко, этих маленьких квадратиков мы уже знаем, как побеждать. Чекпоинт, ой, а это что за квадрат? О, нет, ребята! Ребята, вы видели? Это шипастый квадрат! И он своими шипами хотел нас уничтожить. Да уж. О, ключик. Открыли дверцу. Отличненько. Падаем вниз. А тут сколько звездочек. Ничего себе. И... О-о, чуть не напоролись на шипы. А как же допрыгнуть до ключика? Ай, спасите, летит опять этот квадрат. Его шипы нас уничтожили, ребята, вы видели? Интересно, как же проходить? Убегаем! Да уж, это очень опасные квадраты, которых не было... Ой-ой-ой, спасите, помогите! Которых не было в прошлых частях. Это квадраты-шипы. Да уж, ну ладно, а где-то у нас там был ключик. О-о, вот это ловушки. Тут нужно быть аккуратными. Что это там за летучая мышь такая? Ой, а здесь мы не можем прыгать на квадрата. Да уж, вот это ловушки. И мы тебя уничтожили. Вот так. О-о, чуть не попались. И дверь открылась, и мы можем двигаться дальше. Ничего себе, какое подземелье. Да уж, а тут опять закрыто. Ой, сколько квадратов, шипов. О-о, чувствую, что сейчас мне придется не сладко. О, первый раз разлился, уходим. Фу, да уж, это просто какая-то атака квадратов шипов. Здесь мы собираем все звездочки сейчас, вот так. И вот здесь есть ключик от дверцы. От голубой. Да, чекпоинт сохранились. И нам нужно собрать вот эти звездочки. А там опять квадрат. Ладно, сейчас мы попробуем. А, ну это же квадрат бомба шипы. Сейчас мы тебя приманим, ты так взорвешься. О-о-о. Потеряли одну жизнь. Да уж. Ну что, берем желтый ключик и двигаемся дальше. Как же страшно спускаться в подземелье. Очень страшно. Все ниже и ниже и ниже. Ой, а что это за тележечка такая интересная? Давайте попробуем собрать. Она нам поможет вот здесь вот звездочки. И там что-то тоже было, ребята. Да, ключик. Отлично. И путь свободен. Тут опять эти злобные квадраты. Ай, спасите, помогите. Сбежали от шипов. Это очень хорошо. Ну что, опять у нас звездочки. Ух ты, зеленый ключик. Прикольно. Тут разноцветные двери. Чекпоинт. Опять этот квадрат. Там ключ, он нам нужен. Как же нам его выманить? Может быть, подпрыгнуть? Эх, он нас не заметил. А, вот! Кидаем. Ой, эх, потеряли одну жизнь. Вот так, ребята, нужно было немножечко подождать, а мы поторопились. Ну что, собираем звездочку и вниз. А, тут опять тележечка. Давайте прокатимся. Сейчас мы ее подкатим к месту назначения. И двигаемся вот так.
Ой, похоже, ее нужно вот так вот толкнуть, чтобы она не едет тут. О-оу, а главное не перевернуться. А сейчас мы тебя задавим. Давись, дивись. Вот так. Нас не так-то просто победить. Ну что, ребята, двигаемся дальше. А здесь нужно быть аккуратнее. Да. Чекпоинт, мы сохранились. А где же нам открылась дверь? А, что-то пока непонятно. О, 5 злотых подарков. Убегаем! Ха, а, еще один. Да сколько же вас тут? Да уж. Две звездочки. Зеленый ключик. Ребята, нам открылась дверь. И мы можем собрать ключик и звездочки. Ну что, идем дальше. Ой, что это за тележка с шипами? Ай-яй-яй, голова закружилась. Ай, спасите. Ай. А, ключик. Ура! Двигаемся дальше. Ха, ой, пустите, пустите меня, пожалуйста. А, ой, что это за лестница такая? Хм, интересно, в этой части шарик может подниматься по лестнице. О-о, а вот и друг. Сбегаем. Отличненько. Чекпоинт сохранились. О, а здесь даже два ключа. Ой, даже три. Похоже, мы сейчас освободим злобных монстров. Но не тут-то было, они нас не победят. О-о, а здесь как-то узковато. Похоже, здесь нужно двигаться аккуратно. Да. Ну что, собираем звездочки. Ага, там ловушка. Там нас поджидает злобный квадрат. Йеху, мы тебя обманули. Аккуратненько, ребята. Все помним, что здесь нельзя спешить. Ну что? Ой, ничего себе. Оу! Это была тоже ловушка, ребята. А, нужно было... Вот так. Да, точно. Перепрыгиваем. Нам не нужен этот синий ключ. Мы не хотим открывать эти шипы. Так, чекпоинт сохранились. Вау, сколько звездочек. Ага, ой, опять эти квадраты. Главное, вот эти шипы, они, видите, далеко очень летят. И главное, успеть вовремя убежать подальше. Синий ключик. Ничего себе, он открыл даже две двери. Вот так чудеса. Чекпоинт сохранился, ребят. И, о-о-о, тут опять. Здесь на каждом шагу нас поджидают ловушки. Не такая уж и простая часть. Собрали звездочки и двигаемся дальше. Желтый ключик. И будь свободен. Ну что, осмотримся немножко. Ага, о-о, тут опять это шипастая тележка. Ну, а похоже, здесь она нам поможет. Сейчас мы ее возьмем с собой. Главное, самим теперь перепрыгнуть через эти шипы. И давись! Ой, а шипы-то не давятся. Так что нужно быть аккуратнее, ребят. Собираем звездочку. Ага, ключик. И как же нам его достать? А может быть, по лесенке заберемся? Попробуем. Ой, опять эти квадраты. Да что же это такое? Будь свободен, можем двигаться. Лесенка. Ой, да что же я падаю? Да что же такое-то? Вот так. И... Ой, не держусь. Ой, какой же я скользкий. Ну что, собираем звездочки и ключик. Нам открылась дверь. Ой, сколько их тут. Ребята, спасите, помогите.
Ничего себе сбежали. Фу, теперь можно передохнуть. Ребят, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, ребята!